Они сражались за родину, прошли через обстрелы врага и вышли победителями. Казахстан чествует своих героев. Ветеран из Астаны Ахат Бекмадияулы служил на фронте под Москвой. Пережил два ранения, а после был комиссован домой в Акмолинскую область. Елена Шрайбер побывала в гостях у фронтовика. Эти медали одни из самых любимых, признается Ахат Бекмадияулы. Хотя у ветерана наград немало. В ряды Красной Армии он вступил в 1942 году, будучи 19-летним выпускником. С педагогического училища практически сразу отправился на подмосковный фронт. У фашистов было много хорошей техники, оружия. Они ездили на мотоциклах. У нас же вооружения не хватало. Кому-то достались самозарядные винтовки, у других и того не было. Но все трудности переносили стойко, потому что помнили, что защищаем родину. Первое ранение получил в 1942-м. Оправился, опять на фронт пошел. Уже в 1943-м году враг почти вплотную подошел к Москве. Земля дрожала. В наступление пошли летом, и продолжалось оно вплоть до взятия Берлина. Но встретить долгожданную победу с боевыми товарищами ему не удалось. В 1944-м он вновь получил серьезное ранение. После госпиталя комиссовали домой, в родной Астраханский район Акмолинской области. Там Ахат Ата 40 лет проработал учителем. О сослуживцах помнит до сих пор. Не забывает о ветеране и в местах боевой славы. В прошлом году фронтовика пригласили в Москву на празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Говорит, на параде больше всего понравилось выступление казахстанских военнослужащих. Нас было 6 ветеранов с Казахстана на параде. Я из Астаны и еще 5 из других регионов. Очень хорошо встретили. Устроили экскурсию по Кремлю, но, к сожалению, никого из своих сослуживцев я не встретил. Со своей супругой ветеран прожил больше полувека. Воспитали 5 детей и 9 внуков. Дом ветерана нередко бывает полон гостей. А еще Ахат Ата частый гость на праздниках и встречах со школьниками. После таких визитов у фронтовика остаются памятные фотографии, которыми он очень дорожит. Елена Шрабер, Изат Зайдхан, 24 КИЗ, Астана.